Вячеслав Викторович, вчера в своем заявлении вы сказали, что городские чиновники практически заблокировали наш марш на Москву. А не могли бы вы подробнее объяснить? Могли бы. Значит, по предложению краснодарских чиновников, митинг и отправку колонн должны были делать из района Первомайской рощи, Чистяковской рощи, как она сейчас называется. И, по мнению чиновников, 12 тысяч там бы поместилось, хотя это, в общем-то, очень сомнительно. Но даже не это самое страшное, каким-нибудь образом бы разместились. Далее, по их предложению, эти бы 12 тысяч либо по Ростовскому шоссе выдвигались в сторону отправки из города, либо по улице Российской. Обе трассы загружены до невозможности. И продвижение такого большого количества людей при любых обстоятельствах привело бы к беспорядкам и заторам на улице. В связи с этим, чтобы не порочить имя Путина, которое фактически краснодарские чиновники своими действиями опорочили, мы отказались от марша. Теперь 14 апреля возникает вопрос, если опять будет предложена та же самая схема, видимо, нам просто придется отправляться от границы Ростовской области, от верстовых столбов.